Вот такой увидели скейт-парк работники, убирающие эту территорию на этой неделе. А эти дополнительные росписи сделали уже во вторник. Да, наверное, все-таки видеокамера наблюдения нужна, чтобы славучане знали своих горе-художников, а родители увидели, чем их чадо занимаются, а на работе узнали, чем увлечены дети их сотрудников. Может быть, тогда они получат награду в виде ремня или чего-то другого. Да, и еще жаль, что те, кто пользуется скейт-парком, не делают замечания юным вредителям. Это же ваше место отдыха, а не их. Хотя, мы не знаем, может быть, и делают замечания, а это делают во вред. А пока мы рассказываем, уборщица берет ведро, покупает моющие средства, обратите внимание, за деньги и приличные, и отмывает каракули великих славутических художников. А вот интересно, это я уже к художникам обращаюсь, вы попробовали такие же рисунки оставить на своих дверях, дома на стенке, на потолке или на шкафу, в конце концов? Порадовали бы своих родителей. Думаете, им не понравится? Эх, родители, а ведь они когда-то попадутся. Так что готовьтесь к великой славе.